Полицейские Люберец провели акцию «Зарядка со стражем порядка». Такие акции проходят сейчас по всей России. В Люберцах она прошла в дошкольном отделении гимназии номер 5. Цель акции – пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к службе в органах внутренних дел и воспитание подрастающего поколения на лучших примерах спортсменов-полицейских. Вместе с детьми на спортивной площадке детского сада специальный комплекс физических упражнений выполняли участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Также ребятам рассказали и показали, как работает кинологическая служба, разрешили посидеть в настоящей полицейской машине. Особо активных малышей-полицейских наградили памятными подарками.